Вопрос сохранения репродуктивного здоровья женщин – один из самых важных. В Твери при поддержке правительства Тверской области прошла 11-я межрегиональная научно-практическая конференция «Розовая лента». Врачи разных специальностей собрались на площадке центра имени Аваева, чтобы обсудить проблемы женского здоровья. На месте побывала и наша съемочная группа. Сохранение репродуктивного здоровья женщин, ранняя диагностика и лечение онкологических заболеваний – одни из ключевых направлений в сфере здравоохранения. На форум были приглашены терапевты, педиатры, акушеры, гинекологи, урологи, хирурги, дерматологи, врачи паллиативной помощи, а также врачи общей практики. Интересно то, что большое количество людей, находящихся не в Твери, все равно посетили конференцию, только уже в привычном онлайн-формате. Это вновь присоединенные наши республики, это Донецк, это Луганск, это Херсон, это Харьков, это Казахстан. То есть наша конференция сегодня, она вот такая масштабная. И я приветствую не только вас здесь, в этом зале, я приветствую всех, кто смотрит нас в онлайне. В Тверской области утверждена программа по борьбе с онкологическими заболеваниями. Особое внимание уделяется развитию материально-технической базы, медучреждений, диагностики и профилактики, а также дополнительному обучению специалистов. Мы позиционируем себя регион как регион, который обладает уникальными технологиями по раннему выявлению рака. И также мы перенимаем опыт тех регионов, где уже внедрено то, что мы собираемся сделать в будущем. Допустим, это скрининг колоректального рака. С следующего года мы планируем себя ввести. Тула уже успешно вела. Поэтому такие конференции полезны именно, в первую очередь, по обмену опытом. В рамках реализации программы в Тверской онкодиспансер было поставлено более 90 единиц нового медицинского оборудования, в том числе высокотехнологичного. Закуплена система компьютерного планирования, сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры и другая техника. Благодаря этому продолжается развитие хирургического и радиологического направления онкологии в Тверской области с внедрением новых методов лечения пациентов, страдающих опухолевыми заболеваниями. Теперь в Тверской области можно проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах.